Привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Baby. Я не устаю вас знакомить с новыми интересными проектами. Сегодня у нас на обзоре просто потрясающий проект. Потрясающий он тем, что хочет помогать не кошечкам, собачкам, потому что как бы я еще не видела проекты, которые стремятся помогать детям. Значит, наш проект называется Sign Finance. Значит, в мире у нас, к сожалению, очень много разных семей. И многие из них не совсем благополучные. В нашем мире более 2 миллиардов детей. Многие из них страдают от бедности, часто даже от болезней и от очень жестокого обращения, нередко, кстати, от своих же родственников. Значит, большинство проблем, с которыми сталкиваются дети, можно смягчить с помощью исследований, разработки продуктов и волонтерской деятельности. И есть много замечательных, конечно же, организаций, которые работают над тем, чтобы оказать влияние. Однако наличие средств или их отсутствие является реальной проблемой. Sign Token стремится изменить все эти показатели и сделать наш мир, конечно же, лучше. Ведь все наше будущее, это, по сути, даже не мир криптовалют, это все-таки не деньги, это дети. Значит, Sign Token замечательный, как на мой взгляд, проект. Приобрести его уже можно на PancakeSwap. Не забывайте поставить проскальзывание 12%. Я вам позже покажу. Также есть максимальный лимит за транзакцию. Значит, общий объем токенов Sign это 1 квадриллион. Сожжено уже 400 триллионов. Обратная поставка 600 триллионов. Также Sign Token выполняет 4 простые функции. Это отражение, получение LP, сжигание и благотворительные пожертвования с каждой сделки. И транзакция облагается налогом в размере 10%, который делится на 3 части. 4% перераспределяется между всеми держателями, 4% в размере 50 на 50, половина из которых продается по контракту в BNB, в то время как другая половина токенов Sign автоматически соединяется с ранее упомянутой BNB и добавленной в качестве пары ликвидности на PancakeSwap. И 2% комиссия – это благотворительные пожертвования. Значит, также у нас есть белая бумага. Это официальный документ Sign протокола. Можете также перейти ознакомиться. Достаточно серьезный, интересный проект. Также будут ручные сжигания. Также у проекта есть дорожная карта с мая текущего года. Это непосредственно запуск замечательного, мощнейшего проекта Sign. Далее у нас идет маркетинг. Листинг на PancakeSwap. На июнь у нас запланировано первое пожертвование, кстати, функция благотворительного голосования. И также листинги на CoinGecko и CoinMarketCap. Далее у нас на будущее будет вовлеченность сообщества, разработка под влиянием сообщества и еще больше, конечно же, пожертвований. Достаточно интересный проект, я бы сказала, просто мега интересный проект, ну, по крайней мере, для меня, а вы уже сами делаете свои выводы. Значит, есть контракт токена, график есть на PuCoin, данный токен очень неплохо, как вы видите, пробивается в цене, рыночная капитализация как бы свыше 2 миллионов долларов, ладно, 2 миллиона долларов, соскочила немножечко, график растет и, естественно, в приоритете благодаря сжиганиям будет токен расти в цене. Значит, на BCScan есть контракт токенов, общее количество предложения, значит, держателей свыше 3000 уже. Приобрести можно на PancakeSwap. Не забывайте поставить проскальзывание 12%. Значит, приобрести можно за BNB. За 1 BNB вот такое вот количество токенов Sign вы получаете. За 0,1 BNB, естественно, еще больше вы получаете. Также есть страница в Твиттере. Здесь все новости. Какие-то будут обновления, все будет здесь.
сайт вам все предоставит. И я думаю, что отчеты о пожертвованиях тоже будут находиться здесь. Так что переходите, не стесняйтесь, обязательно ознакомьтесь. Очень серьезный, мощный проект. И с благими, кстати, намерениями. Наконец-то настроенными все-таки на человеческих детей. Ну, а мне ставьте лайки, дизлайки, а обязательно пишите комментарии, что вы думаете по поводу проекта, будете ли вы покупать токены Signed и спасать нашу, так сказать, планету. Я желаю вам отличного настроения, успехов с новым проектом. Всем пока!